Раз, два, три, проверочка микрофона. Так, ну что, полетели по австралийцу. Австралиан доллар. Начинаем с дневки. Так, повторяю опять, для тех, кто не понимает, что происходит у нас на канале, прошу перейти в описание, там будет ссылка на первое видео, где я все объясняю, а мы полетели дальше. Дальше с обзором рынка. С обзором рынка. Поехали с дневки. Начинаем искать уровни. Так, цена у нас торгуется в этом диапазоне, в этом районе. Ну и вот ближайшее надо что-то искать. Сверху, снизу. Вот был уровень. Был, как говорится. Был, вот и сплыл. Так. Поехали дальше. Снизу. Вот такое с люфтом. Не знаю, можно ли это назвать уровнем. Но с люфтом, но что-то было. Но хай-лоу разных дней, причем недельные давности, а то и больше. Не мне впадло считать бары. Ну, допустим. Допустим, там более детально разглянем. Да, это был 63 700. 100% 63 700. Круглый уровень, сильный. Да, это он, 63 700. Так. Ну и поближе я здесь даже ничего и не вижу, друзья. Вот этот вот, разве что, да, вот этот вот. Да, правильно. Нет, эта цена торгуется у нас. Погодите, вот, да. Вот что-то похожее. А, 64.00 получается, да? И сейчас он торгуется. Так, ну все, в принципе, можно переходить тут. Вот еще уровень был. Да, ниже точно нет. Ну тут вот паранормальный бар такой. Причем с большим хвостом. И потом ложное пробитие этого уровня было. Снизу ложное пробитие и пошла цена вниз. Да, можно, наверное, по этому бару большому паранормальному провести уровень тоже. Вот поэтому. Да. Вот он. Подтвердился здесь. Есть. И вот поэтому тоже паранормальному бару. Причем с очень огроменным большим хвостом. Тоже отобьем уровень. Но что-то он нигде не подтвердился. Нет, подтвердился вот здесь. Отзеркалился. Да. Да, вот еще один уровень. Зеркальный причем. Ну, в принципе, хватит локальных уровней для того, чтобы пару дней поторговать. Начертил. Да, уровни подтверждаются. Уровни консолидируются. Цена возле них. Небольшой стоп. 25 пунктов буквально здесь можно было поставить и продать. Да. И продать. В принципе, этих уровней тоже хватит.
немножко есть их здесь. Вроде правильно провожу. Пока что то, что я провожу, смотрю, подтверждение есть, касание уровней есть. Цена или проторговывается, или уходит сверху над уровнем, торгуется, или проторговка идет. Ну, то есть есть. Есть уровень, так скажем. Есть пробитие, да? Все. По австралийцу закончили. Поехали. Осталось у нас еще Новая Зеландия. Поехали. Следующее видео по Новой Зеландии.